Всем привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Queen Surprise. Сегодня у нас праздничный выпуск. Не только потому, что сегодня 1 мая, но и потому, что у меня сегодня день рождения. И ваш лайк и подписка будет для меня подарком. Откроем с вами 24 классных разных сюрпризов. Дисней принцессы, Лол Винтер, Чилл, My Little Pony, Оранжевая корова, Истории игрушек, Герои Супер Марвел, Бум Сити Рейсер и многое другое. Поэтому наливаем чай с вкусняшками, усаживаемся поудобней и поехали! Пластмассовое яичко Hello Kitty. О! Вот такая объемная наклейка с Hello Kitty. С сумочкой за покупками, наверное, пошла. Чупа-чуп с мимимишки. Такая вот коллекция из 8 игрушек. И нам попалась Сонечка. Вот нам Соня попалась. Такая хорошенькая она. С розовой такой прической, с сережками в ушах. Хорошо сделанная игрушка. И, как всегда, рот на боку. Пластмассовое яйцо, холодное сердце. Внутри игрушка. Так, тут задание Олаф задает. Вот вся коллекция. И нам попался Свен. Правда, он здесь еще малыш. Хорошо сделанный. Тут еще один вкладыш. Свитбокс «Оранжевая корова». Классный мультик. Две обложки на коробочке. И вся коллекция. Я, конечно же, хочу или Бо, или Зо. Они самые классные. Хотя не все классные. О, тут леденец. Да, и нам попалась Муся. Ура! Городская подружка Зо и ее одноклассница. Вот вся коллекция. Это на Мусе нам попалась. А вот и Муська. В розовом платьишке. Куда-то ручка тянется, наверное, за какой-нибудь вкусняшкой. Это у нее глазки такие удивленные. Киндер-сюрприз Аплейду. Что-то там на них сборочка какая-то попалась. Ух ты! Какой нам попугайчик, что ли, или птичка какая-то. Клюв как у попугайчика. Здесь можно приложение оживить игрушку. Собираем. Собрали мы птичку. Так вот на хвостик нажимаешь, и она машет крылышками. Неплохая игрушка. Большая, полностью пластмассовая. Пластмасса неплохая по качеству. Кто знает, что это за птичка, напишите в комментариях. Турбозавры Kids Box. Нам попался Анки. Анкилозавр, похожий на ежика, может превращаться в небольшой подъемный кран. Вся коллекция. И вот нам попался Анки. Он такой прям резиновенький весь. Хорошо сделанный. Хорошенький. Свитбокс бегемотики. 7 игрушек в коллекции. Вся коллекция. Доктора хочу. Мне нравится доктор. Путешественник неплохой. Профессор тоже. Или доктор.
коллекции. И нам попался путешественник Марка. Привет, я журналист-путешественник, люблю писать статьи о достопримечательностях. Такой вот он, да. Довольно-таки крупная фигурка. У него такая шляпа, как из бамбука, знаете, в Африке носят. У ведущего джунгли зовут такая была, только цветом другая. Хорошенький. Он мне еще чем-то напоминает бегемотика из мультика, который боялся прививки делать. Кокора от Сбабан. Сюрприз в виде домика. Здесь попадаются игрушки со светящимися сердечками. Мы открывали много таких коробочек, поэтому смотрите. Ищите, смотрите. Ух ты! Нам новенький попался. Недостающий. Нам золотое сердечко попалось, представляете? Сейчас я вам покажу коллекцию. В коллекции здесь у нас мир добра, мир льда, мир джунглей и мир леса. Вот здесь разные сердечки, у каждого сердечка свое значение, и золотое сердечко, оно самое редкое. И оно нам попалось, представляете? Здорово! И нам попался Кора. Он очень мягенький, похож на котика. У него очаровательные кристальные голубые блестящие глазки. Сейчас посмотрим, проверим, как он светится. Вот так вот он светится. Ну разве не замечательные игрушки? Просто обалденные. Нам с Дашей очень нравится. Лол сюрприз. Смотрите, там такое маленькое попалось. Такая вот коллекция. Собери волшебное ожерелье с любимыми персонажами. Веревочка такая блестящая, черная. И нам попалась вот такая вот куколка. Сзади прям блестящая-преблестящая. Неплохой сюрпризик. Шоки-токи, щенячий патруль. На обложке изображен крепыш. Такая вот коллекция. И нам попался, видимо, Маршал. Попался ли кто это? Нет, Зума. Нам попался Зума. Тут у него мордочка испачканная. В целом неплохая игрушка. Очень яркая. Тоже глаза такие удивленные. Kinder Joy эмоджи. Так, веревочка тоже тут. Кто это нам такой попался? Вся коллекция. Нам вот этот попался. Наклейки тут идут. Тут наклеиваешь, а потом можно эмоцию. Крутишь и эмоцию меняешь. Здесь тоже меняется. Вот такой вот килдобрек нам попался. Ва, вот так классно. Вот так. Свитбокс пушистики. Щенята супергероя. Две большие игрушки внутри. Ну, посмотрим, что там за игрушечки. Мармеладик. Первая игрушка.
О! Нам попался стелс Басинджи. Миссия — собрать данные о противнике. Суперсила, умение сливаться с окружающей средой. Атрибут — плащ у него. Угу. Ух ты, действительно прям плащик. И они все флоховые, мягенькие. Классные игрушки. Мне прям нравится. Маска у него такая. Нос такой. Пип-пип. Хороший. Вторая игрушка. Так, это вот вся коллекция. Попался Ocean Bobtail. Миссия — изучить дно вокруг острова, договориться о сотрудничестве с морским подразделением. Суперсила — подводное плавание. Атрибут — доска для серфинга. Беленький такой. Вот у него доска такая синяя. Язык высунул. Только как он так за такой густой челкой что-то может увидеть? Дисней принцессы. Третья серия. Коллекция. Ух ты. Красивый какой. Тут понимаем место, где будет стоять принцесса. А, точно, у тебя диаграмма так вставляется. Комната целая, смотрите, какая. Все по-королевски. А вот вся коллекция. Большая какая коллекция. И нам попалась вот такая вот принцесса в пышном платье. Голова у нее поворачивается, она у нее резиновая. Неплохо прокрашена. На голове прическа красивая. Так, ее в диарам поставить. И прям коллекционная игрушечка. Человек-паук Marvel. Собери коллекцию. Ты пакетик такой с маской Человека-паука. Вся коллекция. Ух ты, нам попался Гвен-паук. Вот так он выглядит. Вот такой вот Гвен попался. Что-то он руки в кулаки сжал. Чем-то явно недоволен. Довольно крупная игрушечка. Только почему-то он вперед наклонился. На взлет собирается, видимо. Свитбокс. Сказочные зверята. Мармеладки. Вся коллекция. Названия у них, конечно, очень смешные. Слонопух, Мамо, ушастый шмык, брюхи. Ой, нам попался ушастый шмык. Слушайте, хорошенький, действительно ушастый. У него такие кристальные рожки, кристальные блестящие глазки разных цветов. Один розовый, другой голубой. Клёвенький. Скаф Элавс. Бэйбис. Собери 21 мини-пушистика. Какого мини-питомца ты приютишь? Ну, мы приютим любого, кто нам попадется. Вот такая вот переносочка. У нас карабинчик в виде сердечка. Вот такие вот зверята там попадаются. Радужные луга. Вот тут такие вот питомцы. Разноцветная река. Вот еще тут. А, это карта коллекционера. Тропические поля. Звездные таинственные сады.
же нам попался. Ой, кто там такой? Весь взъерошенный. Как отсюда вытащить-то? Расчесочка внутри. Ух ты, у него такая соска здесь. Нужно, я знаю, что ее что-то там повернуть. О! Ниточка, что за ниточка? Голубые глазки такие у него. Потому что он попался. Кролик, что ли? Вот какой он весь чумазый. Сейчас будем его расчесывать. Немножко причесали его. У него такие ушки внутри блестящие, завернутые. Я его не до конца еще, этого щеночка, расчесала. Даже Улька хочет этим заняться. В целом, неплохая игрушечка. И переносочка у него есть. И нам попался из раздела «Радужная луга» вот этот вот щеночек. Такой пакетик в виде сумочки «Доки-доки, любимые котята». Потяни за веревочку, и они замолчат. Твои волшебные котята от фирмы «Бабам». Вот такая коллекция. Подружись с ними. Нам вот этот попался. Фанни, я родился в январе. Мои друзья Нувалетта и Папилон. Какие-то интересные имена. Так. Справка о дружбе. Ой, какой хорошенький. Пушистик такой. Нос у него сердечком желтеньким, глазки блестящие, зеленые ушки. Гляньте, какие золотые, блестящие. Так, вот оно, колечко. Проверяем, как он мурчит. Так прикольно вибрирует. Классный. Кукла-принцесса. Play the game. Так, ее тут, я так понимаю, собрать нужно. Куколку эту. Даже руки у нее отдельно. Сейчас соберем. Вот такая куколка у нас получилась. Ой. Не делайте так. Ну, если честно, она очень... Все у нее крепления очень хлипкие. Особенно голова, то есть... Немножко дотронулся, и она отваливается. А в целом качество куколки, вот особенно как глазки, макияж прорисованный, неплохо сделанное. Юбка – это половинка от яйца. Toy Story Disney Minis. Ух ты! Какой малый нам попался в виде паучка. Какой-то робот. Честно, что-то я не припомню такого. Кто знает, напишите в комментариях. Тут у него одного глаза нету даже. Ничего себе. Игрушка качественная очень. Вот такое огромное яйцо. Волшебное яйцо для девочек. Бонни. Оно огромное. Ух ты! Что это там такое нам попалось? Куколка какая-то. Собирать надо. Здесь 4 леденца. 4 конфетки с кислой начинкой. И дрожжи. Вот такая кухонка в сборе получилась. Однотонная, без всего. И вот такая ужасная, ужасная просто кукла. Везде торчит пластмасса, то есть она полностью сборная. Я, вон, видите, вся поцарапанная от этой сборки. Глаза приклеиваются. Ну, в общем,
Вы, я думаю, видите сами все, какого качества игрушка. Вот такая вот ракета. Boom City Racer. Внутри 24 коллекционные игрушки. Здесь пусковой механизм такой. И машинка может разбиваться. Можно устраивать краш-тест. Так, тут инструкция. Здесь вот такая вот коллекция. Лимитированная игрушечка. Конечно, хочется ее заполучить. Красивая. Есть обычные, редкие, ультраредкие, лимитированные. И они с разным покрытием, даже светящиеся есть. Есть вот такая машинка светящаяся и вот такая. Так, убираем механизм. И запускаем. Вот это да! Классно разбилось. Вот такая вот дерзкая тачка. Она нам попалась металлическая. Колеса крутятся. Тут еще вспомогательные. Она еще дрифтовать умеет. У нас есть видеоролик. Заходите, смотрите обязательно. Мы там это все показывали. Ну, для нас это новенькое. Это здорово. Вот она. Она обычная. Но все равно тачка... Тачка огонь. My Little Pony с конфетти. Ну а как же без конфетти? У меня же день рождения. Так, ниточка. Дергаем. Вот это да! Сколько конфетти тут? Белль нам попалась. Хорошенькая. Вся коллекция. Большая коллекция. Ух ты, они тут даже вон с помадкой есть. Интересные такие. Ой, нам расческа попалась. Хорошенькая такая у нее. Волосы с перламутром. Не просто розовенькая. Еще видите, у нее прядки перламутровые. И вот эта милаха вот так вот сидит в большой расческе. Прелесть. Вот тут еще подставочка у нее такая есть в виде сердечка. Вот, да, чтобы она не падала. Вот она попалась нам. И последний на сегодня сюрприз. Вот такая большая капсула LOL Surprise Winter Chill. Вы скажете, почему мы зимнюю капсулу будем весной открывать? Ну, потому что она тоже с конфетти. У меня же день рождения. Да и вообще, мы давно с Дашей хотели посмотреть эту коллекцию. Здесь у нас 15 сюрпризов вместе с куколкой. Вот такая снежинка нарисованная на замочке. Ну что, приступим? И наклеечки. Добрались до второго слоя. Здесь такая девочка изображена, которая мечтает о красивом платьице. Инструкция, как капсулу открывать. Вот здесь сюрпризики. Нужно на кнопочки нажимать, чтобы они открылись. И кто-то нам в очках попался. Смотрите, такие очки. Как из корпорации монстров. Помните, там тетеньку вредно, у нее такие же очки были. Сумочка. И ботиночки такие, белые сапожки с желтой подошвой. Следующий. Бутылочка. Другую сторону открываем. О, вот тут что ли конфетти были?
Здорово. Ух ты, костюмчик какой у нее, курточка, юбочка. Таких все перламутровых нежных цветов. Теперь нам нужно открыть саму капсулу. Ручка для капсулы. Вот это у нас вся коллекция. Кто же нам попался? В коллекции 9 куколок. Вот это вот ультра редкая, это 2 куколки редкие. Ой, она с Мишуткой, смотрите, она с игрушкой идет. Классно. Такая вот сумочка у нее. Большая довольно. Можно туда Мишутку посадить. Наушнички такие, чтобы ушки не продуло. Мороженка это. И что-то флоковое. Флоковый такой воротничок. Мягенький. Смотрим саму куколку. Кто же нам попался? Ой, какая красивая! Боже, у нее такие румяные щечки. Прям как будто только с мороза пришла. Так, одеваем. Вот такая красотка нам попалась. Очень такая вся нежная, светленькая. Без очков она больше нравится. У нее такие небесно-голубые глазки с двумя гульками. Ну, аксессуары вы зацените просто. Аксессуары просто прелесть. Вот нам попалась эта девочка Snow Angel. Ну, разве она не Angel? Хорошая такая. И она у нас меняет цвет. Проверяем, как она меняет цвет. Опускаем сначала в теплую. Ничего не происходит. Ничего. Холодную. Появляется. Ух ты, у нее гульки стали голубые, снежинки появились на челке. Классная. Она мне очень нравится просто. Вообще обалденная куколка. Вот такие классные сюрпризы нам сегодня попались. Мне понравился больше всего ушастый шмык, пушистый котейка, супергерой Пушистик, ну и конечно же куколка Лол. А вам кто понравился больше всего, напишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Всем до новых встреч! Пока-пока!